Сегодня распаковка. Нет таких посылки. Тут весы. Здесь я даже не знаю, что. Так, тут. А! Что это? Да, это пластилин ваш. Лепить можно эти фигурки, они тут застывают. Я уже заказывал такое. Мне понравилось. Вот не помню, для какой цели ты заказывал. Слайм, что ли, называется? Нет. Это слайм. Что не? Ладно, так и другое. Так, другое. И вот весы. Сейчас покажу. Заказывал для родителей. Для бабушки. Она просила весы. А что такие так. Маленькие? Кухонные. Инструкция на английском. Так. 5 килограмм и минимум 1 грамм. Тут две батарейки. Сейчас я найду. Ставил батарейки. Тут две мизинчиковых. Сейчас попробуем проверить, как он взвешивается. Вот эта кнопочка переключает между единицами измерения. Опять вернемся на граммы. Весим тару. 54 грамма. Запоминаем. Вот, зафиксировали. 54 грамма. Это соль я купил. Килограмм соли. Сейчас аккуратно пересыплю. Так, пересыпал я. И измеряем. Получается килограмм и 5 грамм. Но я думаю, там где-то водичка попала. Вот, в принципе, измеряла точно. Точно же? Вот такие весы. Ссылку на них дам в описании. Нашли они очень быстро. Стоили там 150 рублей, что ли.